Все рады вообще, болельщикам спасибо большое, и ребята все старались, тренерский штаб, все молодцы, конечно, все работали в коллективе, самоотдача, желание, и, конечно же, болельщики очень большую пользу принесли, очень помогали нам, все рады. Когда впервые посетили мысли о возможном чемпионстве в этом году? Ну, мы старались все игры выигрывать, поэтому мы не смотрели, ну как, смотрели на турнирную таблицу, но... Все шли, играли и добились, я считаю, заслуженно. То есть только через работу и желание. Вот через работу, через желание ты пробился в основы и показалось, что все ребята именно добавили в концовке. Как удалось сплотиться вот именно в самую важную часть сезона? Ну, все как бы, вот в том-то и дело, что каждый работает, не только я там кто-то. Все, кто выходит, все на поле, все стараются, все хотят доказать, то есть... От каждого самоотдачи, и поэтому вот тут и идутся и победы команды.